Житель Яшалтинского района обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью своей знакомой и угрозе убийства. По версии следствия, в ночное время 18 июня 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, стал подозревать свою знакомую, находящуюся в гостях у него дома, в хищении его денежных средств. С целью отыскания денежных средств обвиняемый нанес потерпевший деревянным стулом множественные удары по различным частям тела. Продолжая свои преступные действия, обвиняемый, держа в руках кухонный нож, стал высказывать в адрес потерпевшей угрозы убийством, которые были восприняты женщиной реально. Преступными действиями фигуранта уголовного дела потерпевшей причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.